Так, всех приветствую. Сегодня у меня на обзоре вот такой вот видеорегистратор. И вот здесь вот параметры опишем. Покупал его год назад, больше года даже, около 2000 он стоил. Это видеорегистратор для велосипеда. Не странно. Такое бывает. Я им пользуюсь. На велосипед его все крепежи у меня висят на велосипеде. Но я обычно снимаю, у меня лежит в кармане. Вот незаменимую вещь для любого видеоблогера, так как его можно положить в карман. Он очень маленький, он выглядит как фонарик. И когда идете, кадр попался, можно достать его и начать съемку. Тут всего одна клавиша. Он очень удобный, легок в использовании. Все находится под крышкой. Кстати, предыдущий обзор, дам ссылку здесь, вверху, на предыдущий обзор, я вот купил, там будут и фотографии, и видео. Фотографии, конечно, не ахти какие. Тут у меня сидит 32-гигабайтовая карта памяти. Что здесь у нас имеем? Вот это вот, когда заряжаем, отходим сюда, делаем щелчок, и тогда он спокойно заряжается. Если вот здесь находится, то он не заряжается, а работает как видеорегистратор. Он думает, что он подключен. Ну и все, здесь вот переключение между фотографированием и видео. Вот и микрофон. Я не знаю, вот я не пробовал, можно ли сюда вставить дополнительный микрофон. Как-то история молчит. И обычно такая батарейка. Хватает ее вообще надолго. Но честно говоря, я заряжаю ее очень редко. Такая вот она. Лучше не разряжать ее до конца. Легкая. Сама эта вещь легкая. То есть я уже на своем канале делал ролики. Что-то в виде регистратора. Кстати, вот этот колпачок, крышка, дырочка. Если надо снимать со звуком и нет влажности, то можно вот это использовать. Есть другая еще, я не знаю, где-то у меня она хранится, без дырок. Ей можно снимать под водой. Кстати, вот там будет ссылка. В конце видео будет ссылка на видео, где я делаю полный обзор этой видеокамеры, можно так это тоже назвать. Там и фотографии, и даже показывают, как я под водой снимаю рыбок. Реально очень удобная вещь. Ссылка на нее будет в описании. Кстати, когда заряжается, можно, конечно, спутать. Это, допустим, включаем. Все, значит, он включен, он вибрирует. Чтобы снять видео, надо еще раз нажать. Он опять и начинает мигать. Значит, идет съемка. Делаем паузу. Опять нажимаем. Опять мигает, значит, съемка. Если делаем фотографию, то кнопка горит красным цветом. Включаем. Когда заряжаем, тоже когда подключаем, кнопка начинает гореть синим светом и мигать, как будто снимает. Чтобы заряжался, надо там, я показывал, переключить. И кнопка горит красным и мигает тоже. Если она мигает, значит, камера заряжается. Как только мигать перестала, все, узнаете, что камера зарядилась. Можно вытаскивать и дальше пользоваться. Снимает он. Там можно устанавливать, ну, это в предыдущем видео я все показываю. Там дата файл есть, в котором можно установить дату, установить так системную. Ну и он будет отчитывать даты, дата будет постоянно меняться. И можно установить размеры файлов. Я 4 гигабайта, кажется, установил. Вот такой небольшой обзор. Как это проверено временем. Это камера. Так что можете смело заходить по ссылке и покупать. Она очень такая, ну, неприхотливая, если можно так сказать. Очень простая, но в то же время, как ни странно,
качество видео у нее довольно-таки хорошее. Ну, проходите, вот там будет подсказка. И там увидите, там можно все посмотреть, поюзать, полазить точнее. И сделать, может быть, свой выбор. Все. Прощаюсь. Ставьте, точнее, до свидания, ставьте лайки, заходите в гости, смотрите другие видео, подписывайтесь обязательно.